Привет! У меня есть вот такой скрепыш. И я подготовила специальную баночку для него. Ведь сегодня у нас будет эксперимент. Что будет, если засунуть скрепыша в воду? Может быть, что-нибудь с ним произойдет. Но я его специально не буду вытаскивать, пока что-то с ним не произойдет. И я буду снимать по это видео. Но, как вы знаете, давайте начнем. Так, я уже себе налил тут чашу. Вот, смотрите, вода нормальная. Растет. И давайте я ее сейчас... закинул. А теперь мне нужно сейчас свою палочку, чтобы помешать. Вот наши палочки. И смотрите, скрепыш уже воспечатался. Это что за такое чудо? Вау, вы видите это? Вы видите, там отложение скрепыша появилось. Либо это потому, что вода была солью, либо потому, что реально такая функция работает. Ну ладно, к вам крышечкой. Я включу запись, когда все пойдет. Через 2 часа. Смотрите, цвет воды начал немножко уже, так сказать. Вода начала портиться уже. И довольно много времени прошло, но вода все еще портится. Я не знаю, почему так, но соль, видимо, решила все свои проблемы. И не захотела, чтобы мы делали этот эксперимент. Но посмотрите, как выпал там этот узол. Я просто думаю, что он там навсегда останется. Ну, это еще более пускай. Так что, я не знаю, может быть что-то такое же. Но, ладно. Хорошо, опять включу запись, когда что-то будет крутое. Ребят, вы заметили, забыленная крышечка, это похоже на Луну. Кстати, я вот... сфотографировала Луну красивую. И не хватало только этого чувачка с удочкой. И получился бы DreamWorks. Ну ладно. Так, ладно. Что у нас тут с нашими гостями? А? Ничего? Ну ладно, пошли тогда другое что-нибудь покажу вам. Например, вот такой цветок. Ну, круто же, да? Классно выглядит. Не, ну правда, это круто выглядит. Серьезно, и говорю. Ну правда. Также я не воздаю никакие там всякие подарки подписчикам. Нет, я просто снимаю по них и все. Так, ладно, посмотрим, что с нашими гостями там. Эй, ау! Да там что, все? Того? Это? Конец? Ладно. Что там? Ничего? Стойте. Ай, горячая вода просто нагрелась из-за того, что батарея у меня вот здесь. Батарея. Вот батарея, она нагрелась, вода, потому что батарея у меня тут стоит. И я не знаю, зачем, но как-то странно. Ой, я уже его в другую сторону перемещу. Да, я понимаю, что мне нужно ковыряться в воде для этого, но... Да, ладно. Что ж, прошло несколько часов уже. Ну как несколько часов? Несколько минут по тому, как мы с вами ждем эксперимента. Но что-то, похоже, нам неудачный эксперимент получился. Это не я сделала. В общем-то, думаю, что хватит. Я сделаю вторую, третью, четвертую часть. Так что всем пока-пока.